Доброе всем. Привет. Приветствую. Привет. Тебе можно сделать первую часть размена, чтобы тебе короткие передачи просто подготовить ноги. Да? А потом как восстановительный, да, и как подготовительный. Захочешь, потом подготовить. Я вас даже не могу. Мы боялись этих быстреньких впереди. Здесь как-то вверх, мы перекрыли вверх. Ну, от ритм, от линии. Он зависимый, он зависимый. Да, но он быстренький, он может туда, он не со спины бежать, он вообще. Скажи мне только одно, а вы правда в день игры тоже это делаете силу? Танки? Ну, не, ну, иногда такое бывает, не всегда. Иногда, редко. Да, у нас уже тренер по физподготовке. Вот, посмотрите, они силу, они штангу делают. Ну, мы много часов. Вот первый, живот, спине, и ягодицы, и потом все ряды, да, другой, давай. Франски там слова как читаешь, так и да, произносишь. Практически, а да, практически, да. Половина букв не произносишь. Да, уи вот эти. Ну, красивый. Окей, поехали. Движение, Тен. Давай, я обратно, Антон. Хороший нога, душа. Супер. Еще. Да. Готов? Последний, Антон, поехали. Смотри. Там еще два. Лови! Лови! Просто Ванька уже все выиграл. Ванька уже все выиграл, поэтому. Солдат, давай. Кубок Фанелки выиграл. Начни эту победу. А, кстати. Я был. Там отменили его. Ты хотел левый бить центральной ногой. Понимаешь, Саня Максименко совсем по-другому сейчас. Конечно. Восемь. Ноль, Макс. Да. Чел, надо задеть чел. Эй, кто там? Хорош, чал. Отдыхайте. Всего.
выдохление. Даже. Давай еще одну. Саня, еще одну. Еще, давай. Первый тест. Так же пласт отдали нам. Да в лизинг бей. С подъема. Туда же. Да, Федь, с прямого подъемчика не сильно, но да, такая да. Прям приятная. А, точно. Чет, а чё с мясом? Рож, дай, наладил, а? А чё? Чё я до штрафные бьёт? Хороший конкурент. Потом у него новый. Серега забил. Вот еще один. А, блядь. Дали. Хорош, лечик. Уже и заранее, лечик. Мы хвалим, по-моему. Стабильно. Вот именно тот же. Не берущий. Хороший. Решающий, Макс. Давай, давай. Сейчас берешь. Сейчас за тебя сделаю. Федя, проиграли. И отжимай. Макс, на одну пенку. Ну как в игре, давай. Да. Я честно. Или ты чуть-чуть. Так, меняешь? Ты на вратаря смотришь? Меня. Смотри, похоже было. Сейчас я ему скажу. Так же будешь бить? Не, да. Ну просто, чтобы для себя. Хорошо, так же. Если для себя, он для себя, ладно? Хорошо, так же. Хорошо. Вот. Пускай закончишь, но не добито. Смотри, что вратарь делает. Просто и замахиваешь. Когда разбегаешь, замахиваешь. Он в этот момент качает, а сам остается. А ты уже реагируешь на это движение. А удар уже сильный не получается. И тебя будут так ловить. Ну, я поэтому меняю. Периодически.